Приветище! Это Хогвартс Наследие, и мы продолжаем. Если кто подзабыл или не смотрел предыдущую серию, я поступил на факультет Пуффендуя. И мы находимся в их гостиной. Надо будет сейчас здесь все осмотреть и потом идти на свои первые уроки. Напоминаю, что я поступил сюда сразу же, на 5-й курс. Ранее я в Хогвартсе не учился, и, возможно, у меня будут затыки. Сожрали яблоко, позавтракали, отлично. Сейчас еще посмотрю, что тут, кажется, кофе. Кажется, это кофе. Давай бахнем. Арабика, что ли? Так, возможно, у нас тут магическое кофе было. И мне уже хорошенечко так стало. Пойду изучать коридоры. В коридорах у нас книжки лежат. Странно. А что они в коридоре-то делают? И здесь книжки. Слушай, это мне напоминает логово Хоббитса. У него тоже там круглые двери были во Властелин колец. Здорово, парни. Как же, конфеты жрете? А, это же бобы, волшебные бобы, со вкусом вонючих носков. А, нет, это не совсем бобы. Знаешь, бобы были волшебные, со вкусом носков и лука, и там серы ушной, и все такое. Круто, тут столько волшебства. Студенты тут общаются друг с другом. Ну, диалоги студентов я не буду зачитывать. В принципе, мне вообще лень что-то сейчас зачитывать. О, кажется, тут кексики. Пирожные. Конечно же, схаваем. Сундук здоровый. Давай посмотрим, что в нем. Сундук факультета. Поместить. Что я должен в нем поместить? Что-то. Короче, что-то. Картины вон живые. Обалденные. Но, в общем, я не буду тут дальше продолжать рассматривать. О, лейки тут летают, плевают цветы, растения. Я иду сразу же на урок. Видимо. А, нет, нет. Смотри, как тут шевелится. Ого. Он танцует. Прикольно. О, чья-то сова. Полагаю, нужно представиться. Ленора Эверил. Эверли. А со стороны кажется, что лейка пацана поливает. Забавно. А, ну это... Я думал, подожди, что это учитель. Но это не учитель. Это барышня какая-то. А, привет. Она держится с таким достоинством, правда? Это твоя сова? Нет, я не знаю, чья она. Наверное, кто-то из пуффендуйцев. Обычно совы сами выбирают себе хозяинов. Постой-ка, ты же новый пятикурсник. Эффектно ты появился, ничего не скажешь. Не думаю, что тебе хотелось привлекать к себе внимание, ведь теперь всем будет интересно узнать, насколько хорошая твоя подготовка. Мне нужно многое наверстать, между прочим. Если честно, я волнуюсь. Мне нужно многое наверстать. Еще бы, 4 года учебы — это немало. С таким отставанием. На твоем месте я бы чувствовала себя попросту ущербной. Это обидно. Конечно, если ты обладаешь трудолюбием истинного пуффендуйца, то быстро найдешь со всеми общий язык. Ты, наверное, уже заметил, что я тоже очень трудолюбива, но иногда я думаю о чем-то другом. Я очень странный язык. Во всяком случае, мне постоянно об этом говорят. Кстати, я Ленора. Что ж, не буду тебя задерживать, у тебя наверняка много дел. Господи, как же вы быстро говорите, а? Приятно познакомиться, давай, до свидания. Было приятно познакомиться. А, так, я здесь познакомился. Мне еще нужно с Артурчиком поболтать, потом с Адельчикой поговорить. И вроде бы все. Вон там, походу, Артур. Там опоссум. А, нет, это кошка сидит. Здорово, Адель. Дупс. Адель Дупс. Тут у всех имена такие. То фиг какой-то, то Дупс. Ох, дядушка, это совсем на вас не похоже. Что-то не так. А, здравствуйте. Ты новый ученик Пуффендуя, да? Меня зовут Аделия. Приятно познакомиться. Взаимно, у тебя все в порядке? О, да, просто немного задумалась. Получила письмо от дяди. Так расскажи, а то до меня уже самые разные слухи доходили. Тебя правда чуть не сожрал дракон? Да, было такое. Это правда. Необычное начало учебного года. Это ужасно. Что ж, я рада, что тебе удалось выжить. Ну да ладно. У тебя, наверное, куча дел. Желаю тебе приятно провести свой первый день в школе. А так и говорит, это ужасно. А потом говорит, ну да ладно. Что творится в голове у этой барышни? И последний чувачок. Артурка. Артурыч. Но он на самом деле не очень похож на Артура. Почему-то. Пламли. Не могу достать.
Быстрее, он туда убежал. Надеюсь, его поймают. Кстати, добро пожаловать на Пуффендуй. Очень рад, что ты на нашем факультете. Меня зовут Артука. Спасибо, приятно познакомиться. Это твой кот? Не, это кот, как кого-то еще. У меня, к сожалению, нет питомца. Мама не любит домашних животных, особенно волшебных. А, это волшебный кот. Тут вообще все животные не принадлежат кому-то другому. Тут нет хозяев их, походу, вообще. Жаль, по-моему, магические существа замечательные. По-моему, твоя мать права. Очень жаль. По-моему, магические существа просто замечательные. Для меня это лучшее, что есть в Хогвартсе. Нюхлеры. И лукотросы. Раньше... Что он несет вообще? Хотя папа как-то принес домой карликовую пушишку. Короче, удачи тебе, Артурка. Приятно было познакомиться. Давай, до свидос. Спасибо, ты тоже смотри, не забудь здесь в замке. Так. Ну чё, побежали? Я палочку поднимаю, как настоящий герой. Еее. Я, кстати, напоминаю, что у нас палочка не своя. Ух ты, какой коридор интересный. Двери открываются, и я выхожу. О, Уизли. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню в Хогвартсе. Я давно мечтаю об этом дне. Даже не верится, что я наконец-то здесь. Ну и все же вы здесь. Так что ловите момент. Первый день в Хогвартсе бывает только один раз в день. Ваша ситуация уникальна, ведь вы поступили сразу на пятый курс школы. Придется догонять ваших сверстников в учебе. Тем более, что в конце года вам предстоит сдавать СОВ. Короче, ЕГЭ. СОВ? Каких СОВ? СОВ – экзамены по стандартам обучения волшебству. Их результаты определяют, в какой сфере вы можете работать по окончанию школы. Мы долго говорили с директором и департаментом магического образования Министерства магии и придумали нечто весьма необычное, чтобы помочь вам успешно справиться с учебой. Волшебная книга? Держите. Ускоренный курс обучения, походу. Хогвартский. Вау, вау, вау! Что это было? Это руководство для волшебников. Оно будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы вы освоили все, что требуется на пятом курсе. Это крайне полезное пособие. Советую им не пренебрегать. Подмышку спрятал. Спасибо, профессор. Но что значит «будет следить за моими успехами в учебе»? Возможно, будет разумнее сразу показать вам, как это работает. Идемте, опробуем его на практике. Куда идем? За вами? Let's go. А ты что тут бомжуешь? Возле винных... забыл, как это называется. Как вот эта штука называется? Это винный... Господи, я слишком постарел. Ладно, я пошел. Винные бочки. Бочка. Слово «бочка» из головы вылетело. Меня магия одурила. Да иду я, иду. Картины, кстати, тут не шевелятся, хотя... В руководстве вы найдете подсказки. Хорошо, я найду. Картины реально не шевелятся. В Хогвартсе все картины должны шевелиться, они живые. О, сундучок. Дай-ка я подойду. Что тут у нас? Искать. Я нашел 39 монет? Тут же рынок есть, действительно. Волшебный рынок, где я смогу потратить эти монетки. Так что надо хорошенечко все тут осмотреть. Может, и здесь в звукоточке что-нибудь есть? А меня тут Уизли пытается заболтать. Ай-яй-яй, нехорошо преподаватель меня отвлекать от денежных дел. О чем она там, кстати, болтала? Следуйте за профессором Уизли. Так я иду. О, яблоко, давай пожрем. Я люблю жрать. Ух ты, давайте же посмотрим, что там о нем говорится. Просто используйте Ревелло. Там не Ревелло, а как-то... Ладно, не буду придавать этому значения. Ревелло, вот, точно. Страница руководства, собрать. Книга рецептов домовых эльфов. Ух ты. Страница руководства. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Ого. Ловко придумано, да?
Будьте внимательны, чтобы не упустить возможности узнать больше о замке и окрестностях. Тут, походу, поскольку мир большой, куча всего, изучать предстоит достаточно много всякого. Бросить кубик. О, единорожка. А, как раз вовремя. Так что это прекрасная возможность показать вам, как с помощью летучего порошка что-то там сделать. В вашем руководстве есть карта Хогвартса, откройте его и найдите центральный зал. Ладно, откроем центральный зал. Откроем карту и найдем центральный зал. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. То есть вот здесь, где я, это гостиные студентов, скорее всего. А мне нужен зал, да? Выберите большой зал. Так вот, вот же он. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем. А, не порошок, а пламени. Которые доступны в этом регионе. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. И мне нужно выбрать ее, да? Переместиться. Мы на месте. Как видите, это очень экономит время. Эта лестница ведет прямо в центральный зал. Здорово. Пойдем. Идем, идем, идем. А из центрального зала можно быстро попасть почти в любое место Хогвартса. Здесь всегда людно. Это центр нашего замка, как вокзал Кинг-Росс. Вау. Классно. На этом пока все. Сегодня у вас заклинание и защита от темных искусств. А после как можно скорее отправляйтесь в Хогсмид, чтобы восполнить все, что потеряли в пути. Ладно, спасибо, профессор. Впереди напряженный день, и вам столько всего предстоит выучить. К счастью, ваши преподаватели согласились помочь вам с дополнительными заданиями после уроков. Так что вы быстро наберете свой уровень. Впрочем, вы также искусно использовали Ревиолио, значит, базовые заклинания профессор Фиг вам показал. Да, профессор? Он весьма расплывчиво описал события перед вашим приездом, особенно случившиеся после того ужасного нападения дракона. Поздравляю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добрались, наконец-таки. Так и есть. На пути сюда мы сделали небольшой крюк. В итоге оказались в каких-то руинах и... Каких руинах? Впрочем, ладно. У профессора Фига должны быть... Есть причины держать подробности в тайне. Опс, чуть не проговорились. А вот и Фиг. Легок на помине. Профессор Фиг. Да? Да, вы, похоже, хорошо подготовили нашего новичка по основным заклинаниям. А, едва ли это лишь моя заслуга, профессор. Похоже, мы имеем дело с редкими магическими способностями. Что ж, я очень рада, что вы оба целы и невредимы. У нас в Хогвартсе отличные лодки и кареты, но вы почему-то предпочли полеты. Я бы не сказал, что сам выбрал такой путь с драконом. Скорее, это он выбрал нас, профессор. Ну ладно, поболтали и хватит. У меня урок, так что мне пора. Профессор Фиг, у меня к вам просьба. Объясните, как пользоваться картой руководства. Разумеется. Спасибо. Наконец-то. Теперь мне нужно поговорить с профессором Фигом. Как это все долго будет и нудно. Рад вас видеть, профессор. Взаимно. Я так и надеялся, что наши пути сегодня пересекутся до того, как вы углубитесь в занятия. Кажется, вы обсуждали с профессором Уизли осмотр руин. Не волнуйтесь, сэр. Надеюсь, мне удалось не проболтаться. Она застала меня врасплох, но об остальных подробностях нашего путешествия я не сказал. По-моему, она заподозрила, что мы что-то скрываем. Ну да, профессор Уизли очень умная и проницательная ведьма, но лучше пока никому не рассказывать о нашем деле. Ведь мы понятия не имеем, куда нас заведет этот путь. Возможно, вам потребуется более гибкое расписание, которое она бы не одобрила. Кроме того, она может посчитать нужным поделиться с директором сведениями, которые нам лучше держать при себе. Я понимаю, профессор. Хорошо. Итак, хоть природа щедро одарила вас способностями, все равно нужно развивать их. К счастью, вас обучат исключительно квалифицированные ведьмы и волшебники.
Да, по поводу учителей. Не хотелось бы получить очередной почти что выговор от профессора Уизли. Поэтому давайте покажу вам одни хитрые чары из карты руководства. Разверните ее и взгляните. Давай откроем. Что он там хочет нам показать? Этот значок символизирует основные задания, хорошо. Занятия по защите от темных искусств. И могу ли я туда переместиться? Некоторые задания заблокированы, это понятно. Начните отслеживать задания. Ну вот, вот. Занятия о темных искусствах. Карта зачарована так, чтобы помочь вам найти путь. С ней будет намного легче, спасибо. Сегодня у вас, похоже, будет насыщенный день. Сначала занятия, потом визит в Хогсмид за покупками. О, кстати, возможно, я себе палочку куплю. Пойдем. Значит, темные... А, может, мне через верх? Нет, мне показывается, что через центральную. Книжки летают, забавно. Через центральные ворота мне нужно выйти, но они не открываются. О, открылись. Используйте зачарованный компас, нажав... Ха, зачарованный компас, это книжка летающая, да? Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Двор внутренний Хогвартса. Очень красиво сделанный. Сейчас я тут побегаю, посмотрю, что тут, как тут. О, пацан себя поджег. Сделай еще раз. Ты сейчас огнем дышал, да? Блин, это круто. Покажи, покажи, покажи волшебство. Ну тебя же просят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он съел что-то огненное. О боже. Вау, у него прям дым из ушей. Все, я пошел. О! Это же эльф. Это был эльф. Добби. Возможно, даже Добби. Эльфы очень долго живут, дольше, чем волшебники и люди, поэтому, возможно, это был Добби. Ух ты, круто. Цирковой призрак, походу. Хотя на призрака он не похож. Да, он не похож на призрака. Он не просвечивается. Погоди, а поболтать я с ним могу? Стой, стой. Нет, не могу с ним поболтать, но получил башмаком по лысине. Ух ты, какая красота. Тут, кстати, можно применить магию. Ревелио. Собрать. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник. Хорошо. Пусть будет так. А тут что у нас? Смотри, там что-то тоже было. Погодите, где-то что-то здесь вот. Они показывают больше. Вот там вот я видел сияние прям, да и ты тоже это заметил. Ладно. Поднимаемся на второй ярус. Блин, ну замок, конечно, шикарно сделать. Тут еще и музей одновременно. Вау. Вау, вау, вау. А где есть еще и лестница? Они, скорее всего, в другом помещении. В другом месте. Глаза на меня смотрят. Остолбеней! Остолбеней ты! И это все, что ты можешь? Бомбарда! Ой, это сильное заклинание. Будьте добры, постарайтесь разносить друг друга в клочья после занятий. Новых учеников я вижу каждый год, а вот череп черного гибридида единственный. Этот сувенир достался мне после большой облавы на браконьеров 1878 года. Вам может стать интересно, как пожилая дама умудрилась в одиночку обезвредить крупнейшую банду контрабандитов во всем Восточном Уэльсе. Отвечу, все дело в знаниях. Мудрость важнее возраста. Сегодня мы рассмотрим заклинание, которое не раз спасло меня от верной смерти при столкновении с темными волшебниками. Левиоса. Левиоса? Левитационные чары? Левиоса! Удивить противника, и он станет уязвим. Ну что, изучаем новую магию. Поехали, поехали. Давай быстрее, а то красные чары не дадут мне изучить их. Левиосо. Ну как-то в английском произносится оно по-другому. Левиосо. Так, я поднял перышко. А теперь попробуем кое-что покрупнее. Манекен подъехал такой прикольненький.
А чё я-то сразу? Чё я первый? Ну что ж, начнем с основного заклинания. Хорошо. Вот, основное заклинание. Видели, как манекен отразил ее? А теперь сначала используйте Левиоса, а потом основное заклинание. Хорошо. Удивите своего противника, и он станет уязвим, как только что продемонстрировал нам мистер Пруэт. Хорошо, а теперь основное заклинание. Прекрасно. А дальше что? А, он упал. Очень хорошо. Но лучший способ практики — это дуэли. Начнем с вас, Дэвей. Дуэлянты на позиции. О, стол дуэлянтов, обалдеть. Начинайте. Ну, я думаю, в начале Левиоса. Смотри-ка, он отразил. Ха! А я отразил его атаку. Черт, не успел. Я, короче, когда левитирую, ничего не могу сделать. Опа. А еще раз, он, по-моему, слетел со стола. Значит, я победил. Не дурно для новичка. Ты можешь постоять за себя. А я такую улыбку натянул в 32 зуба. Вы не отпустили перед испытанием, которое я вам предложила. А, вы не отступили. Спасибо, профессор Гект. Хорошо, что можно потренироваться. Если то, что вы сегодня продемонстрировали, не случайность, вас ждет великие свершения. Я требую от своих учеников безупречного знания предмета. Они способны это достичь, а значит, обязаны. Дуэль в классе — это пустяки, а вот сражение с темным волшебником или, еще вероятнее, с гоблинами — совсем другое дело. Я понимаю, профессор. Советую вам продолжить тренироваться при любой возможности. Возможно, мистер Сэллоу вам с этим поможет. Повторюсь, сегодня вы отлично справились. В ближайшее время я подготовлю для вас дополнительные занятия. Че, все, что ли? Что ж, на сегодня хватит, все свободны. Давай поболтаем с этим чуваком. Себастьян. Мне понравилось. Отлично вышла дуэль. Они еще долго будут говорить. Да, мы отлично размялись. Размялись? Да я будто против опытного дуэлянта выступил. Кстати, я Себастьян. Hello. Не ожидал такого проворства от того, кто совсем недавно взял палочку. Но может это не первая твоя дуэль? Далеко не первое. Хотя, ну как, мы со статуями дрались, правильно? Нет, дуэль-то это первое. Если честно, это первое. Наверное, у меня просто талант. Можешь увиливать сколько угодно, но я-то знаю, что магия требует таланта и старания. И знаешь, в Хогвартсе есть один закрытый, не разрешенный дуэлянтный клуб. Ты отлично туда впишешься. Значит, звучит интригующе, почему бы нет? Закрытый и неразрешимый клуб? Это по мне. Ну, отлично. Приятно знать, что я в тебе не сомневался. Чтобы твое пребывание в Хогвартсе было максимально продуктивным, приходится иногда нарушать правила. Вступить в тайный дуэлянтный клуб или проникнуть в запретную секцию библиотеки... Главное, чтобы тебе хватило ума не попадаться. Спасибо, Себастьян. Буду иметь в виду. Хорошо, приятно было с тобой поболтать. Уверен, что мы скоро увидимся. Возможно, в неком неразрешенном месте. Там мы посмотрим, действительно ли ты так искусен, или тебе просто повезло. Мне нужно найти, короче, шум с Сибу. И тогда я попаду в этот дулянский клуб запретный. Здесь с этими именами, блин, зачитаться можно просто. Так, я тут-то ничего не пропустил, смотри. А, это... этот, как он? Порошок, который может меня быстро переместить сюда. Точнее, огонь. На-на-на-на-на-на. Странно, но этот огонь, вот этот вот, он же в каминах в основном был. В камин же его бросали и быстро перемещались. А тут он как бы на стенках, в таких маленьких горшочках. Ладно, не будем придавать этому значения. Заюзаем ревелио. Что-то где-то пиликнуло. Что-то где-то что-то есть.
Ага, вот, нашел. Что это я такой пора? Скелет Авгурия. Это скелет ирландского феникса или Авгурия, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя. А ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Ясно. Я думал феникса увидеть в кабинете директора, хотя не факт, что он его держит. Здесь же другой директор. А мы поднимаемся в класс заклинаний. Посмотрим, чему у нас там. Но... Ты что, мне честь отдал, что ли? Так. Не, здесь точно ничего нет, хотя где-то что-то... Или... О, кошечка, кошечка, кошечка. Привет. Давай поиграем с тобой. Очень добрая кошечка. Непонятно, она обычная или волшебная. Хотя в Хогвартсе все волшебное. А, блин, подожди, давай-ка назад вернемся. Я слышу по звуку, что что-то вот здесь, вот тут. Что это такое? Непонятно пока, что с этим зеркалом не так. И вот. А, башня защиты от темных сил. Это я открыл сюда телепорт. Хорошо. Теперь мне нужно подняться наверх. Теперь ходи и Ревелия используй везде, блин. Потому что тут столько всего скрытого, тайного. Ого, 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 смотри, как все подсветилось. Дальность действия Ревелию, я тебе хочу сказать, очень большое. Значит, мне в другую сторону, я чуть-чуть пробежал. Вот сюда. Давай тут тоже заюзаем. Ага, что-то тут есть. О, ты откуда появился? Это же чувак, это Артурка. Похоже на Артурку было. Где-то что-то пиликает, но пока не вижу. Где-то вот тут, 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 тут. Что-то непонятно. Где это было? Ну ладно, идем в класс. Здравствуйте. Может быть в классе нужно подняться просто наверх, смотри. Вон там что-то есть. Так, так, так. А, тут замок. Замок уровень первый. А я даже заклинание еще не изучил, которое позволит мне открыть замок. Поэтому, ладно. Может, меня сейчас научат? Какой интересный зал. Эй, обернись. Тут есть свободное место. Спасибо. Привет, я Нати. Так ты есть новичок? А с профессором Руненом знаком? Ну что, начнем? Добро пожаловать на урок заклинаний для пятого курса. Должен предупредить, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинания. Но я уверен, что мы с вами возьмемся за занятие с должным рвением и усердием. Итак, будьте добры, откройте учебник на странице 517. Однако сперва... Кто мне скажет, чем отличаются магические формулы для заклинаний роста и заклинания смены цвета? Ну, хоть кто-нибудь? Не-не-не-не-не, увы, сейчас уже поздновато повторять материал. Да, каникулы сделали свое черное дело. Такое впечатление, что вы все лето отрабатывали друг на друге заклинания забвения. Но вы хотя бы помните, как творить простейшие меняющие чары. Похоже, нам срочно требуется освежить память. Класс! Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга у противоположной стены. Что ж, раз для вас учебник — это всего лишь тупые предметы, давайте воспользуемся ими соответственно. Вы будете по очереди использовать меняющие чары. Однако учебника на пару вполне хватит. Мисс Дейл, благодарю вас. Займите свое место. Изучаем новое заклинание. Опаньки. Акцию. О, классное заклинание, сейчас я изучил. Шикарно. Неплохо. А вы быстро схватываете. У вас неплохие задатки. Но помните, толку от задатков мало, если не будете тренироваться. Продолжайте в том же духе. И когда-нибудь превзойдете даже мисс Онай.
Молодцы, очень хорошо. На сегодня хватит. Что с азами мы вроде бы разобрались, а погода сегодня чудесная. Почему бы нам не прогуляться немного? Проветриться, так сказать. Прошу всех за мной. Он с акцентом еще говорит. Я всегда считал, что если из учебы сделать игру, она пройдет куда быстрее. Думаю, игроки в Квиддич со мной согласятся. Что может лучше продемонстрировать, насколько вы освоили чары, чем небольшая игра? Верно? Обожаю, когда что-то кто-то строит при помощи палочки или восстанавливает. Ух ты. Давайте, пожалуй, начнем с нашего нового ученика. Почему я всегда первый? А, ну они ж меня испытывают. Акцио, значит, да? Лады. А куда мне его потянуть надо? А, его остановить нужно. Стой, стой, стой. Останови. Мне, короче, нужно контролировать их. Все, я понял. Ну что ты, а что, все? Мне не да... Я профукал все. Отлично, хорошо. Призовые очки — ноль. Ну, конечно же, без дружеских состязаний будет далеко не так интересно. Мисс Анай, может, вы попробуете выступить против нашего новичка? Поднимайтесь. Вам синий, как и раньше, а мисс Анай сыграет красными. Все ясно? Да, я понял, как это... Как что делать? Давайте, начнем же. 50 очей надо набрать. Она первая? Да, она первая. Смотри-ка, какая, а? 50 вытянула. Давай я теперь. Можно я попробую? Давай. Погнали. Хорош, 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 хватит. Блин, маловато вытянул. Короче, тут на геймпаде нужно отпускать курок. И когда ты его отпускаешь, магия перестает действовать на шарик, и он докатывается. Блин, она сотку уже выбила. Надо мне тоже соточку выбить. Давай. Поехали, поехали, поехали. Отпускай. Ой, сильно походу, или нет? Отлично. Слушай, прям очень хорошо. Главное, не упади. 50. Шикарно. Блин, если она сейчас выбит 150, это будет... Черт, она выбрала 150. Офигеть. Ну, слушай, ее-то я так просто не одолею. Обосратушки. Ладно. Сосредоточься. Что сосредотачиваться? Я на Ц, она и в 150, а я обосрался. Мне надо тренироваться еще. Давайте-ка добавим игре разнообразие, а? Что ты сделал? Ух ты! Вот это уже круто. Так более интересно. Довольно болтать, сконцентрируйтесь и сделайте это. Этот раунд решающий. А, ну хорошо. Раз решающий, я думаю, что у меня есть все шансы победить ее. Так, тут уже до 50 она не дотянула. 30. Угу. Хорошо. Сейчас они проедут, и я кидану. Вот был шанс. Сейчас в обратку они поедут. Давай. Рано, 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 рано. Но мне это даже помогло на руку. Стой, не падай, не падай, не падай, пожалуйста. Есть. Сотка. А, сотка. 50. Красный поехал у нее второй. Ага, отлично. Она 50 выбила. Ясно. Так. Мой еще один шарик. Че, поехали? Давай. Чуть-чуть. Хорош, 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 хорош. Отлично. Сотка есть. Впечатляет. Я она и впечатлил. А до этого она меня впечатляла. Странно, как-то у нее шар катится, хотя она уже палочку давно опустила. Она же, по идее, может мой шар сбить, правильно же? По логике вещей, да. Это если играть в серьезную игру, несправедливую, она может мои шары сбивать. И тем самым я буду терять очки.
Так, сейчас мне нужно быть очень хорошо сконцентрированным. Потому что шар может улететь нафиг. Хорош, 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 хорош. Да! Я победил, кажется. Идеальный результат. Поразительно. Антоня победил. Еее. Вы отлично потрудились, браво! Все свободны, не забывайте свои вещи. Отличная игра получилась. Надо признать, я тебя недооценила. Мне потребовалось пара-тройку недель, чтобы освоить эту магию. После переезда сюда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче здесь. Я справляюсь, не переживай. Мне нравится твоя уверенность в себе. Я перевелась сюда из Угада. Угада. Походу, я неправильно прочитал. Моей маме что-то там предложили, и прежде чем я успела опомниться, мы покинули Угаду и перебрались сюда. Приятно познакомиться, но мне пора идти. Ой, кажется, профессор Ронен хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. До встречи. Профессор, вы хотели со мной поговорить? Вы отлично справлялись. Вам удалось превзойти такую одаренную ученицу. Спасибо, профессор. Мне понравилась игра. Мисс Анай – жесткий и неуступчивый соперник. Хотя, мне кажется, в последнее время она какая-то рассеянная. Что ж, профессор Уизли обратилась к вашим преподавателям с просьбой давать вам дополнительные уроки, выходящие за пределы обычной программы. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. Ну ладно. Задание завершено. Ревелио, что это там? Равиоли, блин. Почему Ревелио звучит как Равиоли? Ох ты. Там есть сундук. Но попасть туда не так-то просто. Нужно как-то вот эту дверь открыть. Или, возможно, она за стенкой просто стоит. Что ж, перепрыгиваем. А, паркур — это не моя лучшая черта, да, видимо? Хорошо. Эй, привет. Ты же недавно в этой школе, да? Саманта, отстань. У меня куча дел. И так не до тебя. Обожаю летающие книги. Их можно ловить, нет? Акцию давай завьюзаем. Ого, прикинь. Их реально надо было собирать. А что еще я за акция не... Не, больше... А кошку можно? Погоди, а Левиоса на кошку можно завязать? Прикольно. Прикольно, погоди. Она убежала, а я хотел зафоткаться с ней. Давай на кошку, на кошку, на кошку. Да блин, не попадает. Ё-моё, промахиваюсь. Че, все, больше на кошку нельзя? Я ж прям по ней попадаю. Эх. Во. А как насчет комнаты, профессор? Я как раз думала о том же, Дек. Если ты поможешь... О, простите, Дека. А вот и вы. Надеюсь, ваши первые уроки прошли хорошо. Очень, профессор. Профессоры Гекат и Ронен тоже сказали, то же самое сказали. Похоже, профессор Фико чему тебя научил, пока вы отклонялись от маршрута и осматривали, как вы сказали, руины. Мне кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Разве я не права? О, профессор Фик ничего не сказал. Да нет, я... Блин, на самом деле мне Визли хочется сказать, потому что она крутая. Ну, по фильму была. Здесь я не знаю, какая она. Она тут помоложе. Короче, нет, профессор. Нет, профессор, ничего. Понятно. Как бы там ни было, вам нужно вспомнить про пробелы. Для этого я попросила ваших преподавателей давать вам дополнительные задачи, чтобы ускорить процесс обучения. Ронан говорил об этом? Кстати, профессор Ронан ждет снаружи, чтобы дать вам первое задание. Теперь, что касается посещения Хогсмида. Мы договорились восполнить утерянные вами по дороге в школу семена, рецепты, зелий и прочее. С
Спасибо, профессор. А мистер Оливандер подберет для вас идеальную палочку. Сейчас на уроках вы используете чужую палочку, но ваше заклинание станет куда мощнее, если использовать собственную. Можно идти? Мне не терпится попасть в Хогсмид. Очень хорошо, отправляйтесь туда с кем-нибудь из одноклассников. Пусть помогут вам сориентироваться. Пригласите Себастина, Селу или Натсая Онай. Я заметил, что вы неплохо ладите. Блин, Себастин, конечно, крутой. Но мне Нати понравилась очень. Девчонка такая забавная. Тем более мы с ней... Да ладно, пойдем с Себастином, поржем, может, по дороге. Я лучше пойду с Себастином. Рада, что вы выбрали его. Мистер Селлоу очень способный молодой волшебник и хорошо знает Хогсмид. Он поможет вам избежать неприятной встречи с приспешниками Виктора Руквуда. Руквуд? Весьма неприятная личность. Постарайтесь не связываться с ним и его бандой. Особенно его правой рукой. Стефелем Харлом. Когда выполните задачу профессора Ронана, идите к дверям замка. Ваш друг будет ждать там. Не теряйте время. Быстрее закончите работу и сможете насладиться кружкой сливочного пива в трех метлах. Окей. Так, надо пойти выбрать палочку. Купить ее, наконец-то. Моя палка. Вырубалка. Ну что? Вот у нас доп. Задание. Посмотрим, что он нам... приготовил профессор Ронан. Профессор Ронан? Очень полезное заклинание, восстанавливающее чары Репаро. Реперо. Эти чары чинят вещи. Сломанный предмет станет как новенький. В мгновение ока. О, классная способность. Я не мечтал, ё-моё. Давай уже, учи меня. Как уже говорил профессор Уизли, чтобы вы смогли догнать сверстников, мне классные занятия у вас будут не только со мной. Другие преподаватели тоже согласились поучаствовать, но сначала каждый из нас предложит вам выполнить предварительные задания, чтобы отточить навыки. Я как раз подготовил несколько таких занятий сегодня. Выполните их и сообщите мне. Вы быстро освоите репарию. Даже не сомневайтесь. Я выполню задание. Я сейчас же возьмусь за эти задания, профессор. Что ж, побежали. О, книга. Акцию надо применить. Так, подожди. Книга куда-то улетела, блин. А, вот она. Отлично. Поймал книжку. Вот это что такое? Очень интересно. Ух ты, прикинь. Левиоса заюзал и получил страницу. Шикарно. Так, а тут ничего скрытого нет? Вроде бы нет. Значит, мне нужно идти сюда. Ой, как тут темно. Люмус заюзал. Ладно, уберем его. Доп. Занятие. Подожди, а куда? Вот сюда встать? Заберите парящую страницу в башне. Защита темных искусств. Тут где-то парящая страница есть? Вон она. Куда она делась-то? Эй, страница. Поймал? Нет. Короче, все дело в странице. Есть, поймал. А я думал, тут нужно что-то с грифоном сделать. Книжка у меня. Дальше куда идем? А, профессору надо сказать, да? Он тут своих чаек пускает в воздух бумажных. Профессор, задачи, которые вы мне дали, выполнены. Прекрасно, вы отлично справляетесь с базовыми чарами. Давайте обратимся к старым добрым восстанавливающим чарам. Не забывайте, движения должны быть уверенными, а дикция четкой. Вложите в заклинание свою решимость. Приготовьтесь. Remember. Давай, поехали. Тут уже другие кнопки, кстати. Надо все это комбинировать. Что за красная жижа за мной ползет, когда я заклинание изучаю? Непонятно. Моя лень, что ли? Я изучил новое заклинание. Что теперь? Восстанавливающие чары Репарио можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. Вот я мосты хочу чинить. Очень вкусно. Если хотите поупражняться, попробуйте восстановить вон ту разбитую старую в нише у воды. А, вазу. Вот она.
Вот она, давай попробуем. Вау. Но это даже не ваза, блин. Видимо, он что-то другое там сказал. Классно. Класс, 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 класс. Теперь мне нужно телепортнуться в другую местность. Хотя я не хочу телепортироваться-то на самом деле. Вот сюда. Мне нужно выйти из школы и идти в магазин покупать себе палочку со своим друганом. Короче, я хочу по Хогвартсу погулять, поэтому я побегу сам. Да и к тому же у меня туда, по-моему, нет телепортации. Мне вон туда надо. О, я думал, у меня нет ускорения, нет спринта, но оно есть. Это классно. Побежали. Побежали. Опа, ты видел, да? Ты это видел. Страничка. Собираем. Шикарно. Использовать фонтан. Ага, классно. Сирены плавают в фонтане. Если это сирена, конечно. Может, это русалки. Бежим к моему другану. Значит, он должен ждать у нас у входа в Хогвартс. Он там уже, наверное, заждался. Открывайтесь, двери, двери, двери. Здесь ничего интересного. Вот. А вот и ты, друган мой, да? А, подожди. Подожди. Собрали. Че, погнали? Привет, Себастьян. О, вот и мой подопечный. Мне сказали, тебе нужно кое-что купить. Так что я буду сопровождать тебя в Хогсмит. Это твой первый визит в деревню. Да, мне еще не доводилось покидать замок. Тогда тебе повезло. У тебя будет самая лучшая компания в моем лице. Хогсмит — дивное местечко. Там есть все, что нужно. Думаю, у тебя не возникнет проблем с покупками. Ну, погнали. А мы как, пешочком пойдем туда или что? Мне было приятно, что профессор Уизли... что-то там. Короче, я не буду читать, о чем они болтают. Я хочу насладиться пейзажами. Честно, хочу прогуляться и посмотреть на замок. Ёлки-палки. Какой же он здоровый-то на самом-то деле. Офигеть. А вон, кстати, арена по Квиддичу. Она, оказывается, так близко. Я просто до этого никогда не играл в игры про Гарри Поттера. Ну, потому что они мне казались не очень. А вот это уже другой разговор. Свободный мир, бегай куда хочешь, делай что хочешь, изучай магию, используй ее. Одно чего только магия, как она там называется? Репарио стоит, вот. А тут, кстати, есть что-нибудь у нас для Ревелио? Нет, кажется, нету. Смотри, как я могу. Я могу спринт... А, прикинь, тут спринт не работает. Хотел выпендриться перед Сэмюэлем, но не выйдет. Можно я тебя буду просто Сэмом звать? Дружище. Сэмюэль, это так длинно. А, тебя вообще Себастьян зовут. О, все. Я приехал. Надо таблеточки попить для памяти. Сэмюэль. Почему Сэмюэль? С чем-то тебя... Сэллоу. Фамилия у него, но Сэмюэль... Так, а что тут у нас? Собрать... А, травы. Он меня привел, чтобы я тут пособирал растения. Хорошо. Пособираем. Идем? Какой-то звук странный был. Как будто кто-то трансгрессировал. Ух ты, ух ты, ух ты. А домик лесничего здесь у нас нет? Мерлинова борода прямо из... Что происходит? А, грифоны летят. Ух ты. Такое не каждый день увидишь, действительно. Обалденно. С оптимизацией, конечно, в игре проблемно. Иногда подглючивает, потому что... О, подожди. Я тут открою... А, все, он открылся. Запретный лес открылся. Слушай, а почему мы пешком идем? Может, карету надо было взять или там... эти, метла? Надо лететь. А вот и Хогсмит. Мы пришли. Так я пока не вижу. А, вон она, деревня, точно. Я ее вижу. Блин, замок просто офигенный. Он очень здоровый.
Себастьян уже 5 лет здесь. И все еще едва его знаю. Кого ты знаешь? О, я теперь их вижу постоянно, да? Ну да, кстати. У меня же... Мне в комментариях писали, как этих лошадей зовут, но... Я забыл. Нефилимы или... Нет, не Нефилимы. Как-то по-другому. Ну, не столь важно. Я думаю, что нам эти коняшки здесь нигде не повстречаются. Ну, в плане того, что мы будем на них летать. Хотя, кто знает. А ты их видишь? К сожалению, да, но тебе тоже доводилось многое повидать. А, он тоже видит этих коняшек. Например, падение дракона. Нападение дракона. Надеюсь, что мы этого дракона еще раз встретим и надаем ему люлей. Так. О, ты спринт урубил. Это же мистер Мун. Он работает смотрителем в Хогвартсе. Ага. Привет. Здравствуйте, мистер Мун. Вы уже познакомились? Очень приятно. Лучше вам повернуть назад, мистер Сэллоу. Развернуться и... бежать. Сэр, у вас все в порядке? Она смотрела прямо на меня, а глазище как блюдце. Что смотрела, мистер Мун? Деми... маска. Мерзкая, волосатая, жуткая. Я буду в замке, там безопасно. Удачи! Да он пьяный. Демиаска, не знаю, что он доливает себе в тыквенный сок, но он явно хлебнул лишнего. Никогда не видел мистера Муна в таком состоянии. Подожди, я хочу вот это вот собрать. Ага. Опять меня мой товарищ чуть не заболтал. И я кое-что чуть не пропустил. Хотя я наверняка уже много чего пропустил из-за этой болтовни. Ну и за моей в том числе. Здесь ничего у нас скрытого нет. А вот и деревушка. Я прибежал за палкой. Круто. Всегда мечтал походить по этой деревушке. А, я не помню в какой стране, по-моему в Нью-Йорке или... Нет, не в Нью-Йорке. В Англии, по-моему в Англии. А, короче, неважно где. А, воссоздали этот город в реальной жизни и по нему действительно можно погулять. Это как Диснейленд, короче. Только про Гарри Поттера. О, совушки летают. Смотри, смотри, чувак. Чувак, блин, первые баги, да? Первые баги. Итак, что будем делать? Уизли сказал, что у тебя есть список покупок. Палочка и прочее в том же духе. Да, там еще семена бадьяна, магические рецепты и рецепты зелий. Отлично. Не терпится узнать, на что способна... А чем короче список покупок, тем больше времени будет пошалить. Мне нужно заскочить в магазин, купить что-нибудь для сестры. Давай встретимся на площадке. Хорошо. Веселись. Это же Хогсмид. Я думал, он со мной по магазинам будет ходить, а он меня в итоге оставит здесь, бросит. Так, деревня Хогсмид наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту руководства. Угу. Да тут на самом деле дофига, тут и парикмахерская есть, можно стрижку поменять, да? Вот это что такое? Лавка Оливандера, это там палочки продаются, зелья Джей Пеппина, фолианты и свитки. В общем, тут все понятно. Нужно везде будет походить. Но это уже будет в следующей серии. В следующей серии мы обязательно купим с тобой палочки и пошаримся по магзикам. Ну а если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться. Ну естественно, тогда ты сможешь увидеть продолжение моего прохождения. Так что, до встречи!